Ну что, дорогие друзья, зима в Анапу пришла, как всегда, неожиданно. Пару дней назад было плюс 18, и вот, пожалуйста, пошел снег. Довольно-таки плотный. Вы слышите, капает, да? Это он тает. А завтра всем на работу. Для Анапы это явление, в общем-то, скажем так, редкое. Видите, да, сколько на машине снега? Давайте посмотрим на вишню. Как мы завтра будем выезжать, я не знаю. Это Туя, ребята. Это клумба с цветами. Вот такой вот предновогодний подарок. Это у нас розы стоят в снегу. Еще вон листья зеленые. Ну, пойдемте пройдем дальше, посмотрим. Это елка. Это туя. Вот еще одна елочка. Красота, которая завтра создаст головную боль для водителей.